Если такие люди есть, мы только за, все дружно, для того, чтобы человек вышел. Но почему-то он не выходит, почему-то не дает согласия. Я очень приветствую то, что сказал президент, что он предложил господина Садового на должность премьер-министра. Но вот неудача. Господин Садовов сразу же отказался от этой должности. Так, может, надо было кого-то подобрать, кто согласится? Процедура очень простая. Снимайте шляпы. Приводите человека или весь Кабмин, который готов взять на себя ответственность, который даст реалистичное обещание, правильные планы и скажет, что когда будет. Если его поддержит правительство, если его поддержит парламент путем голосования 226 голосов, если его поддержит народ Украины и поверит в его программу, то, безусловно, давайте менять к лучшему. Георгий, на сегодняшний день я не видел и не слышу почему-то ни от кого, ни от президента, ни от других фракций коалиции своих кандидатов на должность премьер-министра.